Раз, два, три. Здравствуйте, друзья, с вами Пиптар, и сегодня мы с вами познакомимся с новой игрой, которую я пока не знаю, ну, не могу про нее ничего рассказать, вы сами все видите, которая называется Каменное Харт, то есть сердце. И так получилось, что сегодня у двух человек сразу день рождения, один из них не скажу кто, а второй из них Валанкар. И в честь этого я хотел бы спеть ему песню. Я думаю, что все вы меня поддержите, все вы порадуетесь моему пению. Итак, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Валанкар, с днем рождения тебя. Ну все, можно начинать. Спасибо всем, кто остался на стриме. Новая игра. О, это история. Группа отважных поселенцев из. Выбрать первопроходцы. Дети-ры. Люди пустыни осознали... Чтобы выжить, нужно объединиться. Серьезные, трудолюбивые, лояльные и жизнерадостные. Ну, я хочу вот за первопроходцев. Из первопроходцы королевства. Самодостаточных работяг. Они отправились в приключения на поиски новых земель. Выбрать эту экосистему. Умеренная пустыня. Конечно, умеренно, я новичок. В лес темных торфяников. Я дальше уже не вижу, ни хрена, блин. Мирный режим, нормальная игра, хард. Face more difficult monsters than normal mod. Я думаю, нормальная игра нам подойдет. Трофянников, выбрать это место, отличное место, чтобы начать отсюда. Что? Я и плевать. Начать, поехали. О-о-о-о, найти других жителей. Приготовьтесь справиться в приключения. Значит, магазин. Так. Тут я ничего не могу жать, да? Но я могу... Ага. Так, рабочие. А что, они все рабочие? Тело, дух, астромир трудов. Можно... О! Да, есть же! Можно имена менять! Господи, друзья! Понеслась. Просто понеслась. Так, добавить текст. Господи, я думал просто я, ну, сейчас денег будет мало, думал, разорюсь, но нет, все нормально. Так, это у нас из Римворлда, сейчас исправим все. Так, сейвик, отлично. Так, сейчас мы как-то, ну, покрасивее это оформим все, понимаете? Тут должно быть все профессионально, понимаете? Вот я благоволю зеленому цвету последнее время. Так что это будет зеленым цветом. А шрифт? Какой, думаете, шрифт подойдет лучше? Может быть, вот такой? Ну, не особо что-то поменялось, но вот пусть будет такой. Бомжир Козлов? Божемир Козлов, Иона Пупкова, Кристина Ветров, Хатамир Ковров, Астромир Трудов. Круто. Так, а вот это что такое? Нет, я не... Так, подождите. У нас, я так понимаю, 150 денег, да? И я должен что-то купить на эти деньги. Значит, нож Зверолова. Аргонс поддержал канал на сумму 50 рублей. Так, Аргонс, ты будешь, так как ты мальчик, будешь не Ионой, а Божемиром. Фамилию я тебе оставлю, если ты не против. Аргонс... Не, ну подожди, Аргонс... Давайте так, Аргонс Гудгеймов. Короче, кто с Твича, тут будет Твичев, а кто с Гудгейма, тот Гудгеймов и так далее. Если вы не против. Можете сами свою фамилию выбирать, если хотите. Так, деревянный меч. Веретено. Палка травника.
Ну давайте возьмем деревянный меч, веретено и палку травника. И все, больше мы не можем, да? Ну я не знаю, что тут надо вообще, откуда я знаю. Поехали. О, сгенерировать карту. А, нет, уже генерируется. Ага. Ну это как раз ключ, с которого рандомно генерится что-то. Ну давайте. Давайте вот такой пусть будет ключ. О, нифига себе. Что-то у нас как-то многовато циферок, не знаю, как это скажется. Так, фауна, минералы. То есть надо где-то, чтобы и гора была, да, как бы. Ну вот так, по-моему. Вот. Ну, вот так, да? Блин, же ж зараза. Смотрите, как тут. Хрен выберешь еще? Вот, чтобы три всего. Вот. Нет, никак. Ну ладно, пусть так. Не, ну тут вода, нахрена мне вода-то? Ну, вот так. Вот так. Хотя тут тоже вода. Привет, что за игра? Сверху написано. Поселиться здесь. Поселиться здесь. Генерация мира. Если вам нужно золото, продайте изделия купцом. Купцам. Купцам. Продавать изделия купцам. Так. Чтобы... РВС, подчеркивание, поддержал канал на сумму 70 рублей. Давай и меня. Сейчас всех добавим, Валанка, я просто поддержал пока... канал на сумму 100 рублей. Заценим. Окей. Я не успел прочесть. Используйте... нажмите на знамя, чтобы... Подождите, а как двигать камеру-то? О, нифига себе, это же очень... А, нет, стрелками тоже можно, ура. Так, ага, отлично. Так, установить место для поселения, да? Блин, мне не нравится, что оно такое обрезанное. Хочу делать большой мир. Но тут, походу, большой нельзя. Так, ну ладно. Ну давайте здесь пусть будет наше поселение. Бам. О, введите название для поселения. Порядочный... Что? Мы назовем это поселение Тортик. Тортик. Флоп поддержал. Нет, давайте не канал так. На сумму 500 рублей. Ого. С днем рождения. У меня спасибо. Поза вчера была. Можно мне колониста? П. Спасибо. С прошедшим тебя. Давайте назовем это поселение Тортик и... Вот так вот. Ну, это, конечно, немножко не по-детски, но все равно. Так, во-первых, как игру на паузу поставить, сразу вопрос. Вот, пауза. Ага, на единичку ставится на паузу, отлично. Значит, давайте разберемся с интерфейсом, жители. И раздадим им ваши имена, конечно. Значит, Килк просит самую сильную девочку. Я не знаю, что значит сильная или не сильная Килк. Вот смотри, Иона. У нее вроде тела много, 6. Ну да, она и есть самая сильная. Ну, раз ты хочешь девочку, так как девочки вроде как не в почете, думает, чем бы заняться. Как ее переименовать-то? Нет, только не говорите, что нельзя переименовывать в игре. Больше информации. А, вот ура, слава богу. Так. Но, как бы, это же девочка, понимаешь? Поэтому я не могу ее назвать Килк. Поэтому она будет Килка. Ну так, как бы женщина Килка. Не может быть Килка. Так, дальше едем. Флоп у нас. Так, погодите, я не... А, нет, все нормально. Так, флоп будет Астромир Трудов. Что-то какой-то ты не очень... Вот лучше вот этого. Он вроде покруче, чувачок. Так... Фолк. А, флоп, извините. Флоп, почему я думаю флоп. Ну, флоп и флоп. Так, флоп, готово. Валанкар следующий. Так, вот ты будешь Валанкаром. Валанкар. Не Килька, а Килка. Ну вы путаете, господа. Путаете. Кто еще РВС Ра? Он у нас будет Астромиром Трудовым. Какой-то Астромир, конечно, не очень. Но что поделаешь. РВС Ра. Готово. И остался зон 40, который... Аргонса назвали. Да, остался зон 40, который Рублик задонатил. Ну, а зон 40... Будешь девочкой.
Иоанной какой-то. Больше информации. Зонда. Не, давайте по-русски напишем. Зондка Сороковка. Вот так нормально. Зондка Сороковка. Почему не гудки? А мне стало ли не писать? Так, куда у меня делся файлик с очередью? А, поменьше сделать? Давайте. Так, хорошо, всех назвали. У нас еще осталось один колонист свободный. Блин, тут есть какое-нибудь обучение, кстати говоря? Может, надо было, наверное, нажать обучение, нет? Сводка. Не, реально, кстати, я что-то вот только сейчас понял, что обучения-то мне не хватает. Что вообще тут делать? Сбор, территория, строительство, построить здание. С собой назови все же первая проба. Да нет, и что такие деньги пропадают? Вдруг там кто-нибудь еще рубль задонатит. Сводка. Уведомление. Что-то тут пусто. А продолжить, а будет сообщение, выход на главную. Делай все как в Риме. А это что такое? Обзор города. Пищи 0. Особые... А, общее настроение 5. Сытость 5. Кровь 5, безопасность, капитал, инвентория. Тут есть туман войны. В настройках можно включить обучение. Да, вроде... Нет. Ну, черт с ним. Попробуем так разобраться. Ой, кто это тут ходит? Вы кто? Еноты? Маленькое лесное существо. Может, мне скажут, что мне делать сейчас? Я не знаю даже. По-моему, ни хрена мне не скажут. Так, жители. Ага, ну это понятная тема. Ага, понятно. Автолут включи. Я не знаю, зачем. Я не буду включать всякое пока потом. Так, хижина. Вы просто мне скажите, что делать вообще? Столовая. Большая хижина, маленькая хижина. Спроектировать здание. Разместить предметы. Установить мебель и ускорить. Так, поставить лестницу. Ремесленники. Требуется плотник. Ага, сбор. Отменить задачу. Steal item from another player. А, это зачем? Это что, как так-то? Деревянный меч. Так, ты можешь взять меч? Ты возьми меч. Так, пойдите, смените профессию. О! Смотрите, их можно прокачивать каждого. Слушайте, это прикольно. Но что делать вообще непонятно, честно говоря, пока. Да я понимаю, что я сейчас фейл. Понимаю, что у них есть нужды. Ну а что делать? Я просто думал, может, что вылезет. Хранилище. Украшения. Ресурсы. Бревно дуба. Инструменты. В дневнике нет записи, отлично. Ну давайте, я не знаю, построим. О. Мне кажется, так профессиональней. Разместить склад, секунду. Я чихал. Кстати, я хотел же вебку сделать. Правда, без хромакея опять, так как еще день. И он будет глючить, мне его лень настраивать. У меня флажки в честь праздника. Но надо как-то поменьше сильно ее сделать. Вот так.
Не знаю, где она не будет мешать. Здесь, наверное, где-нибудь. Укажи сбор, выбери, пусть дерево себе. Так, ну, во-первых, смотрите, я точно знаю, что в RimWorld надо сначала делать склад. Ой, блин. Как удалить-то? Так, сначала делать склад надо в RimWorld, да? Давайте, короче, склад у нас будет здесь. Допустим. Ну, не знаю. Почему бы и нет? Галочка. Так. Снимаем игру с паузы. Давайте построим дом. Столовая. Большая хижина, маленьких. Давайте построим маленькую хижину. А, там надо всякие ресы для этого, ни хрена себе. То есть, а спроектировать здание, что такое? Так, секунду, пауза опять. Стены, крыша. О, не, ну с одной стороны вроде как понятно все. И с другой стороны охренеть. А где его, как его проектировать-то? А, ну вот стены я могу делать, смотрите. А, и фундамент могу. Ну, то есть то, что... Ага, ну, то есть можно рандомное здание делать, но непонятно пока зачем. Окей. Соответственно, проектировать здание я могу и мебель. Мебель я не могу проектировать. Но ведь она есть тут, мебель, я так понимаю. Потому что вот здесь, когда выбираешь... А, стоп, это что такое? Разместить предметы. Ага, у нас ничего нету. А вот тут, когда выбираешь хижины, всякие там кровати. А, может, у меня нету мебели, мне надо ее сделать? Ну-ка, давайте подумаем, значит, меню рецепта плотника. Требуется плотник. Так, окей, нам надо назначить плотника. У тебя почему завтра выходной? Прости, зонт 40. Так получилось, что у меня сегодня день рождения, и поэтому завтра у меня выходной. Я даже не знаю, как это связано. На самом деле, я все-таки надеюсь, что завтра я пойду с квартирой заниматься. Не, чатик я включать пока не буду на экране, это... Я, во-первых, не знаю, какие области тут можно занимать. Так, ла-ла-ла-ла-ла-ла, плотник. Ну давайте-ка, а кого надо назначать плотником, вот как? Давайте назначим кого-то сильного, или умного, наоборот, наверное, да? Плотник, он же не обязательно должен быть очень сильным. Вот пусть Аргонс будет плотником. Так, плотник. Нажмите для утверждения. О, я поздравляю вас, Аргонс, теперь вы плотник. Савелове поддержал канал на сумму 30 рублей. Ну и меня давай. Савелий, ты будешь вместо Кристины Ветровы. Вернее, ну, в общем, да. Так, ну, значит... Савелия тогда получается. Так, Савелия. Отлично. Так, у нас Аргонс плотник, правильно? Рабочий нет, стоп, а кто у нас плотник-то? Может, надо с паузы снять? Вроде я его ставил плотником. Нет, не его. А кого тогда я запутался? Рабочий. Не понял, а куда делся плотник? Я же назначил, все хлопали. Не, вот я этого плотником назначал. Как сейчас помню. Но он все равно остался рабочим. А, ученик плотника. А, то есть нужно какой-то, он там что-то делает. Я, правда, не увидел, что. Так, ну давайте, наверное, начнем собирать ресурсы. Так, и кто у нас остался? Ученик плотника. А что ему надо? Значит, меню рецептов плотника. Ох, ни хрена ж себе. Верстак плотника. Так, изготовить, отнеси. Да блин, приближается седой путешественник. Погодите, какой еще седой путешественник? Я не успеваю. Пауза. Как поставить верстак? Изготовить, отнеси сейчас, окей. И чё? А, вот один сейчас, минимум один, значит, изготовить один сейчас. А, изготовить. Так, открыто. Не понял, это что такое?
Тут, видимо, работают ли плотники. Мастерская не требуется. Ага. Так, как это закрыть-то? Так, вот это верстак, да, у нас? Так, я могу его разместить. Ага. Ну, давайте разместим верстак плотника, ладно. Ну, дерево, значит, добыли, да? А что мы еще можем добывать? Пробить шахту, пробить тоннель или шахту. Выкопать блок. О, блин, я хочу пробить туннель или шахту. Я могу это сделать? Круто. Не знаю, что там пробьется, но... Ой, как это уничтожить? Нет, стой. Да, вот все. Так. Тут собираются. Они тут таскаются. А ты что делаешь? Как закрыть? Как убрать вот то, что у меня копание? Курсор на копании. Так, все, убралось. На рабочий. Жалко, не написано сразу, что они делают. Это тупо. Наверное. Так, у нас есть верстак плотника. Теперь я могу переместить, показать мастерскую. Ага, собственно, плотника. А, ткацкое веретено, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фу, ну давайте попытаемся дом построить. Посмотрим, что для этого надо, в принципе. Что-то одно другое не закрывает, это очень тупо. А, нет, оно открылось, но там, за ним. Так, хижина на двоих, короче. Деревянная настенная лампа. Неудобная кровать, деревянная дверь, деревянная оконная рама. Так. Деревянная оконная рама. Две. Так. Деревянная дверь, по-моему, одна. А, подождите, надо вот таких оконных рам. Две. Так. Русиан Про поддержал канал на сумму 50 рублей. Я тебе в рот чихал. То есть с днем рождения, Паша. Привет, Русиан Про, спасибо. Это какие-то стены. А, мебель. Так, вот, неудобная кровать одна. А где мне лампу взять настенную? А, вот деревянная настенная лампа. А что надо? Требуется плотник уровня 1. Ох, нифига себе. О, ура, теперь он плотник уровня 1. Я могу сделать деревянную настенную лампу. Все, как я хотел. Так, и то есть мы сможем построить хижину на двоих скоро? Где неудобная кровать? А, надо две неудобных кровати. Так. Отлично. Ну, интерфейс, конечно, вот эти анимации, он такой громоздкий, вроде как красивенько, но на самом деле это мешает. Так, плотник плотничает, отлично. А чё, они, им есть-то надо там что-то или как вообще? Аргон с гудве... Так, это понятно, а есть-то что они будут у меня? Это не то. Так, сытость. Ну, хотя пока сытость 5. Значит, все нормально. Так, значит, хижина на двоих. Что-то я, по-моему, перестарался. Это я смотрел большую, что ли, хижину? Блин, давайте построим большую хижину. Я могу себе это позволить, в конце концов. Значит, я хочу... Мне надо для этого деревянных оконных рам еще 5. А, и кровати 4. Ну хорошо, пускай плотник качается. Значит, еще три... Ладно, насрать. Потом сначала маленькую построить, посмотреть, что из этого получится. Ух ты, какая она хижина. Ну-ка, давайте, пацаны, строим. Закончить. Сохранить. Построить. Да, строим. Лестница, чтобы повыше забраться. Все строят, кроме зонтки-сороковки. Не знаю почему. Такс. Ну что тут еще есть срезать? А, кстати, я не выкопали шахту-то? Нет? Может, нужен какой-нибудь шахтер? А, нет, выкопали, вон же дырка, смотрите. Круто, и что, можно вглубь копать? Да ладно! Так, пацаны, еще копаем. А я могу как-то посмотреть вот туда, в гору?
оценить, скажем так, перспективу. Нет, не могу. Ну, ну ладно, черт с ним. Так, дом мы строим. А, дерева много уходит, да, но они сейчас, наверное, стащат его. Кто там еще есть по профессиям вообще? Ткач, каменщик, кузнец, повар, кстати. Ну, давайте повара сделаем. Надо же, наверняка повар потребуется. Значит, есть группа, задачи. Строит, строит. Есть вот килька, например. Не, она какая-то больно сильная для повара, килька это. Ну, конечно, да. Вот, вот зонтка пусть будет поваром. Смените профессию. А что-то, по-моему, ее нельзя сделать поваром. Травник. А как поваром-то сделать? Ткач. А, фермером. Условия не выполнены. Фермер мог... А какие условия не выполнены? А, нужна фермерская мотыга, чтобы стать фермером. Окей, фигня вопрос. Так, давайте сделаем фермерскую мотыгу. Ее делает плотник, написано. Фермерская мотыга. Плотник уровня 2, ясненько, понятненько. Ну, давайте делать еще тогда для дома всякого. Допустим, мы хотим большой дом. Сейчас я посмотрю, что нам надо для большого дома. А как эти пацаны будут спать там, где? Как у них вообще дела-то? Какой-то дом квадратный, страшный, пипец. Любители квадратиков, ёлки-палки, все игры портят. Так. Я не хочу проектирование, я хочу готовые проекты. Где это смотреть? Строительные инструменты отменить. Отменить. А, вот. Так, большая хижина, значит, надо... Деревянных настенных ламп еще 2, кровати 4, деревянная дверь 1, раму 5. Окей. Так. Готово. Готово. Лампа 2. Сколько там кровати надо было? 4 или сколько? Все, понеслась. Да, Савелий, спасибо, спасибо. Русян Про, а, да, сейчас мы тебя в очередь добавим. Сделай, чтобы дело... Ну, я не готов пока к такому зон 40, пока ручками буду все настраивать. Потому что вдруг... Вдруг мне не надо будет много тех вещей. Вдруг я чего-то не понимаю еще. Так, что тут можно? Кострище можно передвинуть, флаг. Непонятно, зачем нужен. Склад. Давайте склад расширим. Этого закрыть. Так. Вот, теперь он плотник второго уровня, отлично. Да. Да. Такс. Блин, как недолго строят все, да? Значит, теперь плотник по второму уровню мы попросим сделать. А почему сначала должен быть фермер, а потом повар? Это так тупо. Повара-то появились раньше фермеров, наверное. Ну, хотя, я не знаю, это спорт. Так, ладно, давайте сделаем две мотыги. Что мы еще можем сделать? Ну, мы вообще можем как бы сами делать всякие кровати поприкольнее и так далее, но я не знаю, зачем это и в чем разница между прикольными и неприкольными кроватями. Так что пока не будем это все трогать. А в чем тут, кстати, цель игры, интересно? Вдруг я... И тут вообще может быть больше людей, чем есть? Я не знаю. Это что такое? Это менюшка открывается так. А, вот, смотрите. Вот, вот так мы срезаем. То есть, соответственно, ой. Понятно. Угу. Это настройки отображения. Ясно, ясно, ясно.
Фига они этот дом строят несколько дней, жесть. Как интересно на енотов охотиться. Продолжаем. А что этот чувак делает? А, он как раз делает эти тяпки. Так, ну смотрите, у нас сейчас тяпки есть. Тяпки, тяпки. Так, погодите, если фермера, то фермер, наверное, должен быть как раз сильным. Пусть килька будет фермером. Смените профессию. Так, фермер. Ну-ка хоть посмотрим, как она будет становиться фермером. Так, она такая идет. Вешает себе на нос тяпку. О, господи, она ее магией поднимает. Боже. И такая, ууу. И пошла кровать строить, молодец какая. Так, а теперь я, по идее, могу разместить территорию для полей. Отлично. Давайте разместим территорию для полей. Одиннадцать на одиннадцать максимум. Ну, хорошо, пусть будет. Ничего, репа. Быстрорастущая культура, но не очень питательный на вкус. Морковь. Кукуруза. Медленно растущая, но очень питательная. Кукурузу хочу выращивать. Да. Ну, хорошо. Наверное. Территория отлова. Разместить ловушки для ловли небольших животных. Пастбище. Так, давайте сделаем какого-нибудь ловца животных. Ну вот захотелось мне. Допустим. Не, ну что-то Савелия вообще какие-то. У нее суперстаты. Давайте пусть будет. Ну, Фуфлопа тоже, правда, суперстаты. А что там по профессиям получается? А, это кто? Солдат? И он может стать. Тут у всем перевода. Но это не то, да. А это что? Клириком. А, травник может стать клириком. Каменщик может стать гончаром. Зверолов может стать пастухом. А что, что? Что-то неизвестное. Интересно, оно потом будет развиваться дальше или нет? Так, ну хорошо. Давайте сделаем его. Нож зверолова делает кузнец. Ясно, нам нужен кузнец сначала. Так, а кто у нас там сильный был такой? Во, Волонкар будет кузнецом, короче. А кузнеца тоже не. Кузнечный молот делает каменщик. Окей. Требуется молот каменщика и долото делает плотник. Хорошо. Так, вот теперь стало все попонятнее. Значит, плотник. Молот каменщика и долото. А где он это делает, извините? А, вот. Все, сделать. Понеслась. Че, домик готов, да? А, нет, еще не готов, они еще его достраивают. Молодцы какие. Ну ладно, пускай. Не Волонкар, нет, это Волонкар, это же мужик. А, да, это девочка. Значит, вон карушка, что поделать. А почему Волонкарушка спит на бревнах срубленных? Так и должно быть? Или я что-то делаю не так? Вообще у них статы как-то подупали, я бы сказал. Пища. Что ваши жители думают о покушать хватит всем. Постарайтесь получить как можно больше. Я даже не знаю максимум сколько, какой показатель. Безопасность 6 зато. Ничего не ясно. А, они все хотят есть, кстати, смотрите-ка. Ну, я не знаю. Вон дикий лен ешьте. В чем проблема-то? Сейчас, я пытаюсь, вон кукуруза же выращивается. Я... Так, ясно, подождите, стоп, пауза. Нам нужен охотник. Охотник.
Как сделать охотника? А, мы и собирались сделать охотника. Ой, блин. Короче, нужен каменщик. Так, каменщика делаем. Волонкарушка. Ты будешь каменщиком. Отлично. Так, что по профи... А, сейчас она еще не стала каменщиком. Интересно, как скоро они начнут умирать от голода. Хотелось бы, чтобы это произошло не очень скоро. Попробую ягоды собрать. А тут есть ягоды? Ой, что такое? О, ягодный куст. Реально, так. Собирай деревья и камни, которые вы видите на земле. О, да, нормально. Но я только что больше пока не вижу тут ягод. А, вот еще. Ну что ж, надеюсь, будет все хорошо. Теперь у нас есть вот эта вот хрень плотника. И верстак, давайте поставим верстак каменщика. Изготовим верстак каменщика, а потом поставим, окей. И потом нам надо будет сделать молот кузнеца. Ох, нифига себе, требуется кузница. И с... чтобы из поселенца сделать кузнеца. Еще нам нужна медная руда будет. Где я найду медную руду-то? Вы что, офигели? Это надо копать уже, что ли? Искать руду? А это что такое? Куча глины, камень. Ну давайте попытаемся, я не знаю, прорыть туннель. В надежде, что там мы найдем кучу глины. Так, что, они сидят, едят ягоды? Молодцы. Сытость. Ого. А, жители 7, требования для нового жителя. Ого, у меня сытость 4 из 50. Это плохо, да? Не, стоп, тихо. А как понять, насколько выросло-то уже все? Просто так, зрительно? Вероятно. Да, охотника я как раз пытаюсь запилить, но дело в том, что для охотника надо запилить кузнеца. Для кузнеца надо было запилить каменщика, я запилил каменщика, но теперь, чтобы запилить молот кузнецу, нужна медь. Да-да-га-га-ха-ха, спасибо за поздравление. Да, Рай решил поиграть. Так, давайте поставим верстак каменщика. Вот так. Нажми на кукурузину. Очень медленно, но ставки высоки. И все. Росток кукурузы. А, ну видимо вот надписи там росток, не росток. Фигасток. Так, подождите, у меня что-то... Как копать вглубь-то? А, вот так. Я просто не знаю вообще, медь она как бы где будет. Где я ее найду? Так, значит, кузнецом у нас будет... Ну, вот флоп, допустим, будет кузнецом. Для этого точно нужно? Да, нужно делать кузнец. Надо было его сразу брать просто с собой, видимо. Или сажать что-то более адекватное, чтобы быстрее выросло. Кузнец, значит, кузнечный молот. Да, ну надо как делать, надо делать кузнечный молот. И для этого нужна медная руда. А как туда в шахту вообще должен заглядывать, по мнению разработчика? Ну, можно вот так как-то срезать, да. Рай поддержал канал на сумму 30 рублей. С днем рождения. Всего тебе самого. И побольше поцелуев, обнимашек от жены. Ого. От жены. Спасибо, Рай. Так.
Вы там не нашли медь, ребят? Я ни хрена не вижу, но вы просто скажите, да или нет. Нет, да? А как ее искать-то, елки-палки? Ну, давайте попробуем дальше покопать. Может, надо вглубь копать? Да, наверное, не надо. Они все хотят умереть с голоду. Неприятная ситуация. Валенкар поддержал канал на сумму 1000 рублей. Ты уже всего добился. Раздобрел и полысел. Хату прикупил, женился. На шею зрителям подсел. Пожелаю тебе, Паша, никогда не унывать, стремить разные новинки и про Рим не забывать. Удивлять нас всяким трэшем и подгораниями дна. Впрочем, это нам. Тебе же здоровье, счастье и бабла. Очень неплохо, как всегда, Волонкар, спасибо. Да, срезать я понимаю. Мне нравится, мне нравится, что я могу туда вот так смотреть. Тысяч-тысяч, но там ни хрена нету, правда. Хотя, возможно, стоит и настроить. Да ладно, давайте так будем делать реально. А, так. А это что такое? Что значит steal item from another player? Что за another player? Нельзя дать, что-нибудь понятно. Вы мне скажите, я как бы правильно делаю вообще, что... А, ну вот так можно копать, там надо тянуть просто, лол. Что я тут ищу медь, или я ее тут не найду? Блин, они у меня сейчас просто с голоду все передохнут, мне кажется. О, что это такое тут? А, погодите, у них есть ягоды? Так они, значит, есть... Они как вообще? Они просто сами берут еду или как? Палка травника. Подождите, а что делают травники? Может, я могу травником деревянный меч? Ведь я взял самые бесполезные ресурсы с собой. Неудобная кровать. Кстати, у меня же еще жить негде все еще. Ёлки-палки. Куча глины зачем-то тут таскаю. Так, я хотел большую хижину построить, и я могу это сделать. Ну, давайте построим большую хижину. Так. Собирает дропчик с мобов. Средний валун. Можно собрать камень. Вы там медь нашли? Ни хрена меди нет. Ну, походу, надо в глубину копать. Или я не знаю, или давайте чуть-чуть поураганим, вот так вот поделаем, допустим. Ну, может, просто как бы как в Римворлде надо чуть-чуть разведать побольше территорию. Вот так. Неплохо. Для этой игры, кстати, тоже есть моды, я так понимаю, что... Опять все еще росток кукурузы. Надеюсь, росток кукурузы доволен. Так, а когда у нас будет наш дом построен? Или мы его даже не строим? А, нет, строим. Просто... Видимо, колонисты отдают предпочтение копанию. Ну и бог с ними. У тебя вход не с той стороны, в смысле не с той стороны. Действительно. Как это отменить? Как отменить-то? Escape? Нет. А, да, кстати, можно еще одно поле сделать. О, отменить. Ура. Я профессионал, я справился. Наверное, да, наверное, фермеру вообще надо побольше полей. Что-то я об этом не подумал. Так.
Тыква. Большая, круглая, быстро растущая, но вкус это не ее конек. Дикое морозное дерево. Восстанавливаем лесной массив. Ну пусть будет. Пусть будет тыква. Так, господа шахтеры. Как у нас все проходит? Не очень, да? А тут есть какие-то инструменты? Я могу дать инструменты? Или инструменты только для профессии нужны? У них вроде и так кирки, типа. Давай, давай, сажай всякое. А что это у нас тут горит? Нет. А, фермерская мотыга. Ну, ягоды... В ягоды вроде как есть, то есть. Сейчас сделаем побыстрее все. То есть должно быть вроде нормально. И давайте тут еще один склад бахнем на всякий случай. Ну, просто чтобы носить было. О. Вот так. А, да, дом заново поставить. Точно, 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 точно. Спасибо. Большая хижина. Не понял. Так, большая хижина. Так, ежедневный отчет. Плохо. На дороге никого нет. Может быть завтра. Сытость 6 из 50. Значит, с сытостью у нас, конечно, какие-то проблемы, но... Будем работать над этим. Так, это и есть гора, я же в горе копаю. Только вот что-то мы ничего... Наверное, надо попробовать вглубь все-таки копать. Я, правда, не знаю, как они там будут лазить-слазить в эту глубь, если копать, но давайте попробуем. Потому что тут что-то ничего нету. Глина и камень. Да как я, вы говорите, у дома вход не там, где надо? Да блин, да подождите. Блин, реально не там, где надо. Что ж такое-то? Так, большая хижина. Во, нормально. Как дела, подруга? Говорят, лестницу надо поставить. К счастью, нам есть кому помочь. Я надеюсь, ты тут не умрешь. Держись там! И хорошего тебе настроения! Лестницу построим скоро. Пока нет лестницы, ничего обещать не могу. Так, сейчас я все устрою тут, понимаешь, не переживайте. Ну вы это тоже скопайте, так уж и быть. Из-за вебки не видно отчетов, там говорят. Ну, блин, потом, когда будет работать хромакей, будет лучше. Че им опять ничего есть? Там же были какие-то ягоды. Вот пусть они, их нету, все, уже конец. Тыква. Росток тыквы. Несъедобная. Всходы кукурузы несъедобные. Ну блин, пацаны. Вы понимаете? Или вы сейчас находите медь? Приближаются захватчики. И что это значит? Стоп, пауза. Воу, это что такое? Маленький каменный голем. Пока он еще камешек. И что делать? Так, вот, наверное. Соберите ваших поселенцев для защиты города.
Режим боевой готовности активирован, ваши работники прекратили работать и бдительно ждут наступления врага. Жители, не входящие в состав ополчения, побегут к флагу защиты. Ну, наверное, это то, что надо. Может, из них медь выпадет? Они вроде каменные големы. Так, вперед. Убивайте их. Повышает храбрость все время. Так, 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 валим, валим, валим. Тыщ, 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 тыщ. Я нормально командую или я что-то не так делаю? Как тут вообще происходит это? Так, еще одного убили. А, вот их сердечки, а вот, ага. Так. Все. Значит, и как твое здоровье? Ага, все-таки Амотыга им помогает. Параметры. Трудолюбие, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, настроение. А что они просто стоят? А строить, допустим? Я их демобилизовал, нет? Что они встали-то? У меня. Думаю, чем бы заняться. В смысле, чем заняться? Дом строй! Пацаны, почему они перестали действовать? Вот, начали действовать. Но, а чё они старые задания не выполняют? Освободи их. Так я вроде освободил. Куда нажать-то? Привет, зомби, спасибо. На щиток еще раз. Нет. Я вот и освободил, а они как дураки стоят. Мне кажется, это глюк. Но это мне очень не нравится, потому что это такой критичный глюк. Они же ничего не делают теперь. Ну-ка, слышь, иди строй дом. О, вроде отглючили, надеюсь. Нам нечего есть, но ничего. А как лечить раненых? Сменить профессию, показать мастерскую. Настроение. Сытость, кров, безопасность. Ну что, приготовить реку с ягодами, должны подавать хороший пример. Природа, конечно, прекрасна. Опыт, здоровье неполное. Ускорить игру. Ну я... Не, ну сейчас там можно, конечно. Но я что-то не понимаю. Они типа не работают. Хотя, может, они сейчас должны отдыхать. А тут есть какая-то... Расписание там как вот. Нету такого, да? Ага. Ну ладно. А мне надо активировать стройку? Вот оно что, спасибо. Ван тут говорит, очередной шедевр. Ну так, тебе тоже нравится? Мне не нравится, что тут карта очень маленькая. Прямо скажем, мне это прям вообще не нравится. Так, мы продолжаем попытки найти медь тем временем. Прибыл торговец. Так, погодите, почему у нас тут остались какие-то узкие стены? Так, что за простой торговец? Значит, он продает доспехи. А у нас вообще денег сколько? А, у нас ноль. Купить, купить, купить все. А как мне деньги где брать? Я ж ничего не могу продать. Иди в жопу, торговец. А, вон там был продать. А как снова поговорить с торговцем? Никак, что ли? А где вообще этот торговец, который прибыл? Ну-ка, я на него сейчас нажму. Где этот урод? Там говорят, на Ютубе 3 человека. Ну, круто же, что даже на Ютубе 3 человека. Дикий Леон из окна, который с ним можно приснить. Круто.
Мне покушать что-нибудь. Зонд говорит, что это тот же Рим, только попроще. Но он трехмерный вообще, стоит с этого начать. Ну, вообще, да, кажется, попроще Рима. И кажется, менее разнообразный. Ну, посмотрим. У нас чешется. Это значит, что скоро мне по нему тут нашпынькает. Так, отчет. Ой, блин, сытость 0, это уже плохо, да, наверное? Эдди Еброч поддержал канал на сумму 100 рублей. Пиптар, с днем рождения. Хочу пожелать тебе, чтоб борода всегда росла шелковистой, мягкие волосы не секслись в ней. Такие дела. Спасибо, Эдди Брок. Что за игра? Stoneheart называется. Привет ребятам с Good Game. О, мы едим тыкву, что ли, или что? Ты что ешь? Тыквенная каша. Вкусно, правда. Откуда у них тыквенная каша взялась, если тыква еще не выросла? Ну вот тут вот тыквы нету. Она, походу, она как фермер, она такая, типа, всем говорит, нет, нет, еще не выросла, нельзя, а сама урвала и сожрала. И почему тут никто ничего не копает? Они заняты, типа? Ну, не этот дом буду сейчас полгода строить. Так, господа, вы пока можете все всем заниматься, в принципе, я так думаю. А, так нельзя, я вообще не могу их заставить заниматься этим, да, если что? Интересненько. Ну так давайте больше растить тогда. О, тыковки выросли. Слышь, женщина, давай собирай. Зрелая тыква, давай. Ну, ты чё стоишь-то? А чё она стоит? Чё она не собирает тыкву? А, столовую еще построить? Да это ж охренеть просто можно. Так, столовая, студия в 10, деревянный храм, обеденный стол, короче, нужен, ясно. Так, ну давайте. А я хочу удобный стул. Нет, я не могу такой стул, ясно. Так, ну ладно, давайте, значит, 10. Столов там я не помню сколько. 4, по-моему. Дверь. Че еще? Так, еще рам. Лампы 2. Лампы 2. Ну вот, пошел крафт, в принципе. Я забыл опять, что надо. Почему она не собирает тыкву? Тут, чтобы наплодить людей, надо, чтобы кто тыквы собрал, а она не собирает их. О, вот начала собирать, ура. Слава, блин, богу. Тупая дура. А, килка, ничего личного. А, конный храм еще две. Понятно. Это высокая конная рама. А я вообще вот не понимаю, как бы, статус здания я даю, когда я его начинаю строить, или как? Или, ну, от чего зависит, что это именно столовая? Я ж могу построить рандомное здание, и это будет не столовая. О, теперь у меня плотник третьего уровня, чудеса. И мы так и не нашли медь, кстати, замечу. Что-то тут как-то непонятно разрыто, ну ладно. Я думал, строго по квадратикам. Так, ну копаем ниже, типа. В надежде найти медь. Ч
О, ягоды выросли, круто. Так, ягоды тут собираем, тут они тоже, наверное, выросли где. Ну и теперь мы можем есть тыквы. Что тоже хорошо. Так, а домик построили? Ну, походу, да. А, нет, еще не до конца. Так, а че этот чувак такой больной? А, так ему нужна еда, так... А куда делась вся еда, я не понял. Так пусть ест. Вот, ешь, смотри, тыква. Не умирай, чувачок. Они сами будут есть, или я как-то могу его заставить? Так, как дела проходят? Не очень, да? Теперь ты тут заперт. Или заперта. Воланкарушку заперли. Так, прибыл торговец. Я хочу ему продать столы. Вот. 4 стола продал. И 10 стульев. Почему бы и нет? Я состоятельный человек. Сейчас накрафчу еще. У меня много дерева. Не знаю пока, зачем мне столы и стулья. То есть, зачем мне деньги. Столы и стулья-то я знаю, зачем мне. Flop is severely low of health. Стоп, подождите, пауза. Так, подождите. Значит, давайте по очереди решать проблемы. Во-первых, первая проблема это стул. Нам нужен стул. 10. Во-вторых, это стол. Нам нужен стол 4. Не знаю, говорит, где веришь. А решил я это постримить, а не Overwatch. Вот так вот случилось. Overwatch будет потом. Я спрашивал, хочет ли кто-то Overwatch. Никто не ответил. Я решил, что никто... Блин, флоп сейчас отъедет. Тяжело ранен, не может идти. Вообще он может идти, судя по всему. И он не ранен, он просто от голода. Так вот же тыквы, блин, а чё она не соберет тыквы? Вон, зрелая тыква, вкусная. Я что-то не понимаю. Арай, помоги мне. Как заставить его съесть тыкву? Или надо было сразу по-другому строить? Сундук с золотом. А, это, ну, то, что торговец дал. Ягоды они вроде собрали. Где у нас ситуация по складам? Вон, есть ведь. С кукурузой корзинка. Корзинка с ягодами. И что мешает этому чувачку их съесть? Чё они все голодают? Тупые. Так, ну давайте столовую начнем строить. Может, дело в том, что нет столовой? А кто у нас кузнец? Плотник. Сейчас. Аргонс плотник. Но он-то еще не умирает, значит, пусть строит стулья. Блин, не надо было их продавать. Вот, сидите, кушайте. Вот, 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 молодцы. Тыква невкусная, сажай морковку и лучше кушают. Нифига себе. То есть он такой... О, черт. О, желудок пожирает сам себя. А, как мне плохо. Такой бах упал. Такой... как хочу есть. А ему говорят, вот, вот, тыквенная каша, вот. Он такой... фу, какая дрянь. Как плохо. Сдохни, мразь! Зачем ты посадила эту тыкву? Я тебя ненавижу! Я хотел морковку! Окей, я в принципе вполне допускаю. Похоже на мою троюродную сестру по поведению. Ну сейчас он поест, будет все нормально. Это же флоп? Да, вон, смотрите, видите, он чуть поправился. О, кукуруза выросла, ну! Вон, кукурузу-то они любят, нормально. Тут, правда, повар нужен, но я хз, как... Он как будто, надо фермер, по идее, должен в повара грейдиться. Фермер и... Керама... О, в общем, ладно, подождем второго уровня просто для начала. Так, отчет. О, сытость, кстати, нормально. На дороге никого... Ну, блин, нет, ну уже лучше. Уже лучше.
Мне кажется, фермеров надо сделать два, просто чтобы... Хотя хрен знает. Ну, давайте сделаем, наверное, второго. Просто один будет фермером, другой потом будет станет поваром, по идее. Так, и я не знаю, какие статы лучше для фермера. Если вы знаете, то подскажите. Но я ставлю фермерами всяких... Ест тарелка с ягодами. Значит, зонтка, сороковка. Ты теперь фермер. Иди, возлюби кирку. Смотрите, она такая... О, кирка! Теперь я буду сажать кукурузку и морковку. Зон 40 пишет, эй, а я о чем тебе писал? Я не знаю, о чем ты мне писал, о чем ты мне писал. Ты о чем вообще сейчас говоришь? А, так, значит, столовая. Обеденный стол. В процессе, ясненько. Хорошо. Не знаю, что там надо повару, чтобы готовить. Ну, наверное, что-то. Ну, до повара нам, в общем, еще развиваться и развиваться. Я медь никак не могу найти гребаную. Мне, вот вы скажите, мне надо вглубь рыть, как в Майнкрафте, чтобы найти ценный ресурс, то есть в глубине больше шанс. Или мне надо по сторонам разрыть все, чтобы найти ценный ресурс. Я не знаю. Ну давайте попробуем, в принципе, вглубь все равно дальше. Пишут да-да-да, что да-да-да. Это мотыга, а не кирка. Ну да, кстати. Разница мне очевидна, в общем-то. Так, а чё морковку-то не сажать? Тут помечено какой-то квадратик, типа. О, вот начали. Азнар поддержал канал на сумму 300 рублей. Временного графон подвезли? Да. И веселую музычку. И еще тут теперь нету атак. Потому что с ними было слишком сложно. В глуби есть пещеры, это круто. Так, не, погодите, стоп, мы, по-моему, в небольшом тупике. Они еще, видите, они почему-то перестают. Вот как сделать, чтобы они целиком город-то раскапывали? Я прям не знаю. Так, стоп, сюда. Они вот тут ни хрена не раскопали мне. То есть шахта должна быть как карьер, получается. Так я приказал строить, что они не строят? Ку-ку. Вы что, дураки? Я вам приказал лестницу строить. Так, ну давайте, я не знаю, как это делать. А вот сейчас чувак придет построить лестницу. Почему они здесь не копают? Я хочу, чтобы они это раскопали. Ну давайте, я не знаю, давайте раскопаем. Виктор, привет. Виктор спрашивает, что случилось с головой, а что с ней случилось. Ты про то, что я лысый, но это стандартная ситуация для меня. Тогда вот так вот разрываем. Они раскопаются временем, что-то я не представляю, когда придет это время. Они ж ни хрена не копают. Пока что. Приближаются захватчики. О! Нет, стойте. А я могу как-то человечками управлять, когда вот идет бой? Храбрость. Повышает храбрость во время. Так. И почему-то наш плотник пошел первым. А, он потому что, наверное, с пилой. А тут атакуют нас. Кто нас атакует-то там? Энтлинг. Создание леса. То есть они просто месяцы с ними, да? Понятно. А хотя бы как-то не всех чувачков сразу активировать тоже нельзя? То есть обязательно все активируются? Очередная славная победа. Все свободны. У нас теперь хотя бы еда есть. Я полагаю, что даже столовая может появиться. Да, так и есть.
Что такое, что такое? Что за звук был? А, это они хилятся с таким звуком, ясно. Я тут решил сделать суперкарьер, но я не уверен, хорошее ли это решение. Как бы просто так бум и вниз там. Может, это и не хорошее решение. Но они иначе не... Не, ладно, давайте попробуем отменить. Я же... А как я могу отменить, если... А, все, я все сразу убрал. Ну так вон, идите вниз копайте, чё? В чем проблема-то? Чё вы все встали? Они стоят вот на этом раскапывают, но как-то. Строить начни, что начать строить? О, а теперь они раскопали. Нам медь нужна, мужики, медь. Ку-ку. Так, камера крутится вокруг. Ёшкин кот, как же вас там найти-то? Так, сейчас, подождите, вот так давайте. Во. Так, не можете вылезти или что? Понять не могу. Вроде есть лестница у них. Там ни хрена не видно этих чувачков. Но они, очевидно, вылезти не могут. Прикажу им построить лестницу. Ну, вон там это, спокойной ночи, ребят. Погодите, а у меня остались другие колонисты-то, которые не там? Не закопались в шахту? Как вообще посмотреть, где они? Они все-таки решили лестницу построить, а до этого им что мешало? Я не понимаю вот этой штуки. Ну там лестница, походу, да, походу она до дна не доставала, типа, ага. Ну так вылазьте наверх, чё вы стоите-то? Он думает, чем бы заняться. А, так и может и делать нечего, да, они поэтому просто стояли. Хотя лестницу могли бы построить. Так, ну давайте копайте глубже тогда. Или там, я не знаю, по сторонам. Чёрт. А, нет. Это нелегкая задача в этом трехмерном мире ими управлять. Надо как бы сначала вот так вот проникнуть в шахту, потом так оп и... Так, ладно, не то я что-то делаю, видимо. Говорил, что это случится, что... О, медь, мы нашли медь. Да нет, тут надо, походу... Не знаю, как делать, на самом деле. Вот если так срезать, то нормально, но... Ну, можно так, да, в принципе. И там они уже будут вылазить как-то сами.
тут будет супер шахта. В горе. Зато реалистично. Так, меди у нас достаточно, ура. Теперь мы можем наконец-то сделать молот кузнеца, кажется. Блин, каменщик уровня 3. Как я его прокачаю до этого уровня, это интересно. Такие они прикольные. Каменщик уровня 2. Каменная скамья. Фонтан для птиц. Декоративная каменная ваза. Так, я могу делать только то, что золотое, да? Хранилище. А, забор из булыжника. Давайте сделаем забор из булыжника. Допустим, 50 забора из булыжника. Вперед, мистер каменщик. Карьерам проще, говорят. Но это и есть как бы карьер. Только он внизу. Да, он же все понятно, все видно, все изи. Потом все раскопают. Все будет хорошо. А торговца, я так понимаю, не видно. Просто менюшка появляется. Я ничего пока не хочу ни продавать, ни покупать. Все спят. Я даже не знаю, как проверить, как хватает им домов или не хватает. О, приближаются захватчики. Стойте. Воины, к бою. Рок зовет вас защищать свой дом. Кстати, почему никто не строит столовую? А, я, скорее всего, опять же, не подтвердил проект, да? Строение номер 5. Проект строения. Я просто не понимаю, как они понимают, что это столовая. Вот кто мне подскажет, если кто-то знает. Буду очень признателен. Валите их, валите. Дубинками, мечами, всем чем можно. Блин, а они плотные, эти каменные твари. Да, Смит, это патч на Overwatch. Я просто поставил модпак специально на Overwatch. Ты говорил, что неинтересно. Надеюсь, что так будет интереснее тебе. Специально для тебя. Это что тут сейчас происходит? Я не понял. Это они дом будут закапывать? Я первый раз вижу, что они дом закапывают вглубь. Ну ладно, бог с ним. Через тут рыбу можно ловить? Я не хочу пока добавлять чат в захват, я уже говорил. О, тут ягоды, кстати, вон наверху растут, на горе. А, надо было вот здесь вот гнить, оселиться и... Так. О! О! Новый поселенец хотел бы присоединиться к вашему городу. Ура! Забава Небова присоединилась. Круто, так. Забаву Небову будут звать... Окснар. Ой, это Окснарочка. Где она у нас? Забава не было. Больше информации. Окснарочка. Что-то у нее, конечно, с духом какие-то проблемы. Зато у нее есть молоток рабочего и одежда рабочего. И она прекрасно себя чувствует, я думаю. Исходя из этого всего. Ну, 40, не, я про то, как вот они, как они понимают, что сто... Ну, наверное, просто в столовой есть столы, и поэтому это столовая, я так понимаю. Скорее всего, это работает как-то так. То есть, им нужны столы, чтобы есть, тупо. И фундамент фигарят сейчас. Мне не нравится, что у них со здоровьем у всех так как-то мне не очень, да? Удается не особо. Так, как наш поживает... Ученик каменщика. О, первый уровень уже неплохо. Хоть на что-то сгодилось. Так, давай-ка ты, ученик каменщика, это...
Как отменить эту фигню? Будешь делать вон лучше, смотри, каменные столы. Ну, давай парочку. Значит, каменные стулья. Неудобно сидеть, однако, показатель статуса. Так, что еще ты можешь делать? Каменная жаровня? Отлично. Несколько каменных жаровин. О, каменная кувалда. Отлично подходит, чтобы бить. Отлично. Всем по кувалде вообще. Stone Tunnel Door. Useful for sealing of mine tunnels. Не понял. И ничего не буду нажимать. Не переведено. Говорят, что я страшный, как лысый. А ты все время страшный, понял? Я красавчик, когда лысый. Я вообще всегда красавчик. Да ладно, ребята, я бреюсь на лысо раз в месяц. Вы все смотрите меня постоянно. Вы 10 раз меня уже видели лысым. Если не 10, не 10 сотен раз. Нет, ну вряд ли 10 сотен. Показалось, женщина пришла. Я думаю, что так рано. Слушайте, а по-моему, у нас уже надо на перерыв уходить. Ремвал это скоро. В Dwarf Fortress не играл, я знаю, что это. Я думаю, мы в эту игрушку еще поиграем. Наверное, вам понравилось. Спасибо, что смотрели, ребят. Сейчас уже, как бы, пора начинать Dreamworldик. Скоро, совсем, через полчаса. А я бы хотел еще передохнуть. Не знаю, если хотите очередь колонистов, используемую в Dreamworld, это уже, хотя это будет довольно тупо. Но... Не знаю. Не, это будет тупо, наверное. Но заново просить донатить, это тоже тупо. Блин, что же делать? Ну ладно, неважно. В общем, сейчас спасибо, что смотрели. Кто смотрел в записи, спасибо, что смотрели в записи. Перерыв 30 минут.